Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Роман Світан, український військовик, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор. Романе Григоровичу, дякую, що долучилися. Як завжди, рада бачити. Бажаю здоров'я. Починати будемо із оперативних повідомлень, зокрема із Куп'янського напрямку. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий говорить про те, що там Збройні Сили України відбувають атаку окупантів, окупанти пробують прорвати нашу оборону, але безуспішно. Ну, власне, на цьому напрямку побував і очільник, глава сухопутних військ Олександр Сирський. Він провів певні наради з командирами. Сьогодні вже стало відомо про те, що на із деокупованих територій Куп'янського району зараз оголосили обов'язкову евакуацію. 37 населених пунктів увійшли до переліку, звідки евакуація обов'язкова. Наскільки серйозна зараз ситуація на цьому напрямку? Як ви оцінюєте? Ну, это один из основных направлений, которые, где еще россияне могут планировать и выполнять наступательные действия за счет короткого плеча поставки военной амуниции, так как из основного военного хаба Валуек до Купянска несколько десятков километров, это значит несколько десятков минут. То есть вот единственное место, где они еще могут проводить или пытаться проводить широкомасштабные наступательные действия. Естественно, планируя такие действия, они производят некоторую переброску войск. Это все видит наша разведка и предупреждает и гражданское население, в том числе, о необходимости покинуть этот регион. Потому, во-первых, чуть запоздалая команда, но ее надо было раньше уже проводить. Из 30-километровой зоны от линии фронта однозначно надо людей вывозить, так как армейская артиллерия, когда начинает работать, особенно российская, она площадная, то есть накрывают площади, она не точная. И достаточное количество боеприпасов, еще раз повторюсь, за счет короткого плеча поставки. Авиация, которая также подлетное время очень маленькая, российская, которая взлетает с воронежских и ростовских аэродромов недалеко от Купянского направления. Это очень опасно, потому лучше самим выехать еще до принудительного отселения. Хотя бы до осени надо найти где-то места, где можно несколько месяцев перебыть вот этот этап, пока у россиян они будут в таком возбужденном состоянии, по крайней мере, пока дожди их не причешут и не успокоят. В том регионе, как только начинаются дожди, там уже двигаться практически невозможно. Поэтому на несколько месяцев, ну, местные знают прекрасно, на несколько месяцев лучше выехать. Ну, и уж точно, если идет принудительная эвакуация, не сопротивляться, то есть уже решат власти, куда и как кого переместить. Ну а движение российское, это было понятно, оно уже с полгода они там собирались двигаться. У них одна из задач — это выйти на Купянск-Узловой. Это одна из основных станций, после которой уже идет разветвление на несколько позиций, там и Харьковская, и Луганская, и Донецкая области. Вот им важен именно Купянск-Узловой. Это вторая после Валуек, второй хаб военный, который у них был в свое время, мы его освободили, и вот они пытаются опять на него выйти. Потому в районе Купянского узлового, в радиусе 30 километров, там будут довольно-таки мощные военные действия. Потому оптимальный вариант — выйдите, гражданские, сохраните жизни детей и свои, обратно вернетесь, этот вопрос после того, как порешается вопрос по другим направлениям, у россиян не будет механизмов, как удерживать или продолжать дальнейшее наступление через несколько месяцев. Ну, до речі, про інші напрямки у Генштабі повідомляють про те, що українські бійці на двох ділянках фронту просуваються. Мова йде про Запорізьку та Донецьку області. Якщо говорити про ці напрямки, чи можуть туди ворог підтягнути якісь резерви? Чи є в нього такі можливості? Є пара точок, із яких, де ще є резерви, залишилися. Район Токмака, у росіян там кілька тисяч чоловік. Несколько бригад расположено это в качестве стратегических резервов. Они будут их использовать для купирования прорывов украинских войск либо на Херсонском, либо на Запорожском направлении. И в районе Мариуполя у россиян также
примерно такое же количество резервов есть, причем с техникой, тяжелой техникой в том числе, которые будут пытаться запорожское направление перекрыть. Но это они ждут наших наступательных действий, выполнять на запорожском и херсонском направлении российские, то есть россияне там и не планируют, там нет возможности, тем более после того, как мы начали пересекать их логистические цепочки в последнее время дальними ракетами и беспилотниками, они этого даже не планируют. Донецкое направление могут по некоторым позициям продолжать то движение, вот, которое мы видим в последнее время в районе Донецка, это Марьинка, Авдеевка, ну и Бахмутское направление, так как понимая, что мы их сбросили с высот, они пытаются как-то вернуться, удержать позиции, но это им не удастся. Там идет постоянное такое доминирование украинских войск по высотам южнее Бахмута. Дело времени только, когда они уберутся как минимум на правый берег реки Бахмутки, то есть уйдут из-под Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Общее направление движения наших войск там будет в сторону Горловки. У россиян там нет, во-первых, перспектив нет двигаться из стратегического направления, видения, по крайней мере, движения в этом районе, то есть в Донецком. На Донецком направлении никакого нет. Вот единственное направление – это район Луганского фронта. И из Луганского вычленяется, в принципе, один вот этот Купинское за счет близости российской границы. Я чому спитала про додаткові сили, додаткові резерви. Напередодні Шойгу зробив заяву про те, що вони на західний кордон, на західному кордоні, так, Росії, так, там, де Росія межує з країнами НАТО, зокрема, будуть збільшувати і нарощувати своє угруповання військ. От, власне, це якось може спрацювати на користь Україні, що трішечки перекинуть військ, які вони зосередили біля українського кордону, в тому числі? Ну, це більше похоже все-таки на інформаційну операцію. Діло в тому, що створювати еще одно направление для выполнения боевых действий, тогда, когда терпит неудачу на основном, нет никакого смысла. То есть это алогичное действие. А то как в качестве информационной ИПСО, так называемое, это возможно. То есть для того, чтобы отвлечь внимание российского общества на другую точку, то есть применение силы в какую-то другую точку перенести, и там могут быть какие-то положительные для россиян моменты, то есть дули покрутить странам НАТО, но это максимум, на что они способны, большим скопом, не более того, и отвлечь от тех проблем, которые сейчас есть и будут еще на украинском фронте. Это не могут такую рокировку сделать, но только в информационном поле не будут создаваться, нечем создавать россиянам, не из чего создавать ударные какие-то подразделения масштабные на каких-то других участках фронта. У них плотности войск не хватает на запорожском, херсонском направлении. Максимум, сколько они могут, ну, пару направлений как-то перекрыть, попытаться остановить. Но если еще одно-два будет дополнительных, у них просто не хватит резервов, им придется уходить либо с херсонского, либо с запорожского направления, ну, в зависимости от наших действий, от замысла нашего главкома. Стосовно Криму, власне, ледь не щодня є повідомлення про так звану бавовну там, і от сьогодні, зокрема, з самого ранку пропагандистські пабліки писали, що нібито була спроба атакувати аеродром у Новофедорівці, а ось зараз інформаційні пабліки рясніють повідомленнями про вибухи у Джанкойському районі окупованого Криму. Якщо аналізувати, от буквально за останній місяць, коли така рясна ця бавовна, наскільки багато вдалося знищити боєкомплекту в результаті ось цих вибухів, які відбуваються? Несколько недель йдуть обстріли Криму, воєнних об'єктів в Криму. В основному це якраз топливоприємники, це якісь логістичні цепочки, це склади. Якщо так вважати, несколько тисяч тонн боєприпасів вже подорвано и уничтожена ракетами нашими, которые у нас есть, и беспилотниками, которые выполняют боевые задачи. Исходя из той информации, которая
есть в сети около 10 тысяч тонн боеприпасов таким способом уничтожено. Это больше 3 эшелонов. То есть хороший КПД при выполнении боевых задач, ежедневно идут удары. Россияне сейчас пытаются рассредоточить расположение и места хранения боеприпасов, но также наша разведка, местные партизаны, средства радиотехнической разведки засекают места новых расположений, и туда опять же прилетают волны беспилотников, которые поджигают, уничтожают после детонации уже новые расположения российских военных баз и складов с боеприпасами. То есть это такой динамичный процесс, который не прекращается практически ни на день. Ежедневно эти атаки идут, я думаю, они будут усиливаться. Після того, як Америка продала Україні касетні боєприпаси, було домовлено про те, що Україна звітуватиме власне Америці, де і як вони були використані. Минулого місяця про це заявляв міністр оборони Олексій Резніков, що планує передати цей звіт главі Пентагону Остіну. І ось уже CNN повідомляє про те, що звіт про використання американських касетних боєприпасів в боротьбі з агресією Росії Україна Пентагону передала. На скільки, власне, от який ефект використання касетних боєприпасів, тобто вже можемо говорити про те, що вони дали, от, власне, який їхній результат, де він був найбільш відчутний? В основному це Запорізька, та, в принципі, всі направлення, де йдуть атаки, контратаки, і наші, і противника. Діло в тому, що касетні боєприпаси оптимально використовувати для уничтоження живой силы и легкой бронетехники тогда, когда она идет в атаку. То есть российские атаки мы останавливаем применением кассетных боеприпасов. Открытые, допустим, открытые укрепрайоны также обрабатываются кассетными боеприпасами. И большинство в последнее время мы видим каждый день несколько десятков стволов артиллерии уничтожается. Так вот, большинство как раз уничтожается кассетными боеприпасами, так как накрывается площадь при подрыве даже одного где-то в радиусе 300 метров. Это расположение одной батареи. Потому вот уничтожение батареи противника в контрбатарейной борьбе тоже выполняется с помощью кассетных боеприпасов. Показатели есть практически каждый день. Генштаб показывает об уничтожении сотен россиян, 500-700 человек ежедневно уничтожается, часть из них кассетниками. Уничтожается 10, 20, 30 иногда бывает стволов артиллерии. И легкой брони несколько десятков каждый день. То есть и часть из них также уничтожается с помощью кассетных боеприпасов. Потому и увеличение как раз уничтожения видно после того, как они зашли и начали выполнять боевую задачу. Ну, более развернуто, конечно, это в докладе будет, который наш генштаб предоставит Пентагону. Ну, это видно, это и невооруженным глазом, так сказать. Даже просто информационно, это согласно той информации, которую дает генштаб, свободное пользование. Про атаки російських безпілотників так само зараз поговоримо. От буквально зараз в пабліках з'явилися фото, які опублікувала прокуратура Рівненщини, наслідки атак росіян цієї ночі по нафтобазі біля Дубно. Зараз ми бачимо, що ворог притримує ракети. Притримує тому, що їх немає, чи притримує тому, що безпілотники зараз виконують в тому числі і розвідувальну якусь функцію, і наскільки, знову ж таки, от ворог здатен і має потужності на масштабні ракетні атаки саме восени, тому що в повітряних силах, ну, в принципі, попереджали про те, що ціль ворога восени, вочевидь, може стати наша енергетична інфраструктура, так само, як минулої осені це було. Россияне производят до сотни ракет в месяц, до сотни, разного типа, то есть если брать все ракеты, которые к нам могут идти, вот где-то до сотни их производится в месяц. Восстанавливают НЗ, который практически до нуля был выбран, это неприкосновенный запас.
пытаются восстановить, и работают с колес, то есть где-то вот месячное производство, ну, может быть, там трехнедельное производство, они используют в течение месяца, используют по нашей территории, мы это постоянно видим, то калибры, то Х-101, 555, есть и ониксы, то есть использовали и кинжалы, и искандеры, ну, весь спектр искандеры, причем и баллистические, и крылатые, весь спектр своего вооружения используют. Вот это количество примерно, это такое, две трети, чуть больше половины произведенного, значит, часть складируется. А складируется для выполнения двух задач. Либо пополнение НЗ, либо подготовки к широкомасштабным ударам. Скорее всего, действительно, вы правы, по осени, ближе к холодам, по энергоструктуре Украины. Потому здесь очень важно сейчас включить механизм подготовки к зиме, подготовки сетей, подготовки теплоэлектростанций, балансирующих ТЭС. Ими частник не будет готовиться к каким-то действиям такого плана. Он, с одной стороны, не обязан это делать, но так как и не должны быть у частных структур определенные объекты критического жизнеобеспечения. Просто не должны. Критическое жизнеобеспечение должно быть полностью в руках государства. Вода, электроэнергия, еда – это все должны контролировать государственные органы. Поэтому чем быстрее решит вопрос передачи частных вот этих балансирующих мощностей, это ТЭСы, так называемые, теплоэлектростанции. Гидроэлектростанции, они не так используются, и очень малый у них все-таки процент для работы на балансировании. А вот теплоэлектростанции нужно, ну это опять надо ставить задачу Энергоатому, чтобы он вычленял для себя те ТЭС, которые ему нужны для того, чтобы удерживать частоту, удерживать мощность, рассредотачивать линии переброски электроэнергии, ну и дальше прикрывать те же и себя, то есть атомные станции и теплоэлектростанции, прикрывать зенитно-ракетными комплексами ПВО для того, чтобы пройти зиму, по крайней мере, с меньшими потерями. Опять еще раз повторюсь, это государственная задача, не частная. Частник никогда в жизни не потратит лишние копейки на выполнение такого рода задач. Ну и подготовка, закупка, допустим, на дополнительных там трансформаторов, систем распределения, это тоже определенное финансирование, это может сделать только государство. Потому чем быстрее это поймет наше правительство, а если в правительстве находятся люди этого частника, значит, их надо убирать, начиная от премьер-министра и заканчивая профильным министром топлива и энергетики. Про безпілотника, але вітчизняні зараз поговоримо. Нещодавно головне управління розвідки презентувало новий український БПЛА «Шпигун» і передали його навіть на тестування у зону бойових дій. Наскільки він ефективний і наскільки, власне, для глибинної розвідки буде ефективним? Сейчас у нас, ну, наверное, несколько десятков уже, можно сказать, безпілотників разнорежимних, исходя из задач, которые им ставятся. Есть и разведывательные беспилотники, которые выполняют глубинную разведку, вот как этот беспилотник, и передают информацию о движении, и может быть разведка, доразведка, корректировка огня дальних средств поражения тех же «Хаймерсов» на глубину под 70 километров, до 70 километров. Есть беспилотники ударные, «Камикадзе» в том числе, которые выполняют один вылет, но на уничтожение. Это вот мы видим постоянно работу этих беспилотников сейчас по Крыму очень часто, именно этого плана. То, что касается разведки и ударных, глубинных, по крайней мере, глубокой работы на больших дальностях, это работа Главного управления разведки, это их парафия выполнять такие задачи. Вот они их выполняют довольно-таки неплохо. Параллельно служба безопасности сейчас работает над беспилотниками надводными, мы их постоянно видим. Это тоже «Камикадзе», тоже ударные беспилотники, уже на дальности до 800, до 1000 километров работают. Вот до Новороссийска мы это видели. То есть наши спецслужбы взялись за выполнение этих задач. Вооруженные силы Украины в основном занимаются, конечно, сухопутными и в ближней зоне
работы. А вот спецслужбы себя нашли, так сказать, в производстве, закупке и в использовании. Используют довольно-таки неплохо. Последнее время очень много положительных моментов, связанных с работой спецслужб по уничтожению российских военных объектов. Ще одна тема, яку хочу із вами порушити, звичайно ж, безумовно, від минулого року усіх нас турбує військова співпраця Росії із Іраном і ті можливості, так, якими може Іран забезпечувати Росію. Нещодавно в Ірані заявили про те, що отримали технологію для створення надзвукової крила ракети. Вона зараз перебуває на стадії випробувань, але цікаво, що раніше в ряді засобів масової інформації були такі повідомлення про те, що Китай, Росія та Іран, вони ведуть секретні переговори про те, щоб Ірану постачати хімічні сполуки, які якраз потрібні для приведення в рух балістичних ракет. Мене одразу питання. Ось ця співпраця, наскільки може бути небезпечною для України в плані того, що постійно зокрема, на початку цього року було багато повідомлень тривожних про те, що навіть балістичні ракети Іран може передавати Росії. Дело в том, что боевые действия в Украине Иран и Китай, и Россия, Северная Корея могут использовать для уточнения и каких-то дополнительных моментов, связанных с производством этих вооружений. То есть испытания, проводить испытания на поле боя, так сказать, полевые испытания на нашей территории, по территории всей Украины. Вот это опасно. Иранцы могут договариваться как раз для того, чтобы усовершенствовать свое вооружение, применять его по территории Украины. Иран – это враг такой же, как и Россия, и такой же, как и Китай. Эти три головы одного дракона, они с нами воюют. Россия, Иран и Китай. И когда есть понимание этих процессов, тогда понятно, что с ними делать. То есть их надо ставить в один ряд и объявлять обструкцию всем трем этим государствам. Причем, если этого не делать, то вот эти все военные объекты, они в конце концов будут у нас. И будут у нас использованы по нам, и по нашей территории, и дальше будут доводиться уже до более-менее удобоваримого состояния. Испытывать мы не испытательный полигон, потому надо максимально этому противодействовать. И если уже возникают такого рода подходы и Ирана, и Китая, значит, надо переносить и на территорию Ирана и Китая те боевые действия, которые они перенесли на нашу территорию, и уже вовлекать их в этом смысле в режиме поражения, дальних средств поражения. У нас они есть. И уже начинать по этим государствам работать. И изнутри, и снаружи по-разному. И обращаться к нашим партнерам для того, чтобы они также относились к этим трем государствам одинаково. И ставили их всех троих на одну линейку. Вот этот дракон, он должен быть уничтожен. Причем это три империи. И российская, и китайская, и иранская – это тоже империя, это такая тюрьма четырех народов, если не больше, Иран, допустим. И это надо проводить в жизнь, поднимать это все на дипломатический уровень, экономический, и начинать действовать. Пока мы не начнем с ними бороться разными способами, они будут просто нас использовать нашу страну как полигон. И это не совсем, так сказать, камильфо, это я мягко сейчас сказал. Для нас. Но это уже работа дипломатов, работа военно-политического руководства. Вот здесь дипломатия наша, слишком страдает. Не страдает, а хромает, я бы так сказал. Надо решать вопрос по дипломатии. Надо дипломатов с зубами ставить, людей, которые не ерзают на том месте, которых иногда у них нет, а те, которые кусают сами. Дипломатия должна быть в воюющей стране, она должна бути з хорошо заточеними зубами, по крайней мере. Романе Григоровичу, дуже дякую вам за цікавий, як завжди, огляд, за те, що знаходите час та можливість долучатися до цих стрімів. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До свидання. Роман Світан був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю, будь ласка, підтримайте цей стрім своїм коментарем, лайком, так само поширюйте його. І не забувайте підписуватися на канал «Свій час». Цінуємо зворотній зв'язок із вами.